Далеко не расходите, сейчас будем открываться. Вот так в круг встаньте, вот так кругом встали все. Уважаемые коллеги, сюда, педагоги сюда подходят. Вы туда не едете. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня в радостный день, день восстановления государственного болгарского народа, у нас в мемориале мы встречаем дорогих нам гостей. Поводом этой встречи нас стала наш герой, наш ребенок, которого мы безумно любим. И этот ребенок в течение 10 лет у нас здесь принимал участие во всех творческих конкурсах, которые проводились у нас в мемориале. Большая просьба, отключите телефоны, пожалуйста. Или звук уберите. Итак, персональная выставка картин Даваницы Марата Руслановича, обучающаяся 10 Б класса средней школы номер 7 городского округа Нальчик и детской школы искусств номер 1 города Нальчик. Победитель всех этапов творческих конкурсов, которые проводились в мемориале в течение 10 лет. Первое слово по праву предоставляю с удовольствием председателю жюри в номинации «Творческие работы» Миржоевой Фатимат Бусултановны. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые друзья. Так волнительно, потому что я в такой ситуации нахожусь первый раз на выставке, на персональной выставке такого юного дарования, юного юноши, где-то из юного художника. И кроме этого, сегодня такой знаменательный день возрождения болгарского народа. Дорогой Марат, я вспоминаю, когда я была в жюри, первый раз, когда я с ним встретилась, с его работой, я возмутилась, сказала, что так ребенок не рисует, за него нарисовал художник. Я помню свои эти слова, и на протяжении 10 лет я наблюдала за тем, как он растет, и я беру свои слова обратно. Вот, я значит, этого хотела сказать. И я хочу сказать большое спасибо, то есть хочу отметить работу Фаризат Ибрагимовны, которая проделывает такую работу, чтобы народ не забывал свои корни, свою историю, потому что народ, который не знает своей истории, он вымирает. Но сегодня праздник, это праздник со слезами на глазах. Хотя не являюсь представителем болгарского народа, но мой народ точно так же потерпел и унижение, и оскорбление, и все, что было. Поэтому это для меня генетическая память, хотя я родилась уже на родине. Вот. Но сегодня праздник, мы не будем говорить о плохом. Самое главное, что народы наши выстояли, сохранили свой язык, свою культуру, несмотря ни на что, и родили таких замечательных детей. И в заключение я хочу сказать Марату, тебя будут хвалить, тебе это будет очень приятно. Не расслабляйся, пожалуйста, работай. И закончить хочу свое напутствие словами великого Пушкина «Куда же мы без него?». Хвалую клевету, приемле равнодушно, не оспоривая глупца. Спасибо. Ой, извините, пожалуйста, родители, я почему-то так разволновалась. И еще родителям низкий поклон за то, что столько в него вкладывают, столько для него делают, за то, что он есть. Это ваша заслуга. Спасибо вам большое. Ребенок первый класс пришел третью школу номер 7 городского продавальчика. Потом, спустя некоторое время, он переступил порог детской школы искусств номер 1 города Нальчика. По праву, так как научился ребенок первые слова писать и читать, первое слово из педагога хочется предоставить завучу 7 школы. Елена Николаевна, куда вы спрятали? Я сделаю. Пожалуйста, вам слово.
потому что это событие очень серьезное. Через несколько лет ты будешь великим художником, но мы все сохраним эти фотографии, эти записи, а мы видели, а мы знали, обнимали, поздравляли. Я поздравляю всех нас еще раз с большим праздником. Софа Августовна, она должна была быть в прошлом году, но по определенным обстоятельствам ничего не получается случайно. Все пришло вовремя. Я поздравляю родителей. Я желаю вам много здоровья, больших успехов, чтобы вы увидели своего сына как можно дольше. И пусть все, что он захочет, все какие мечты будут, чтобы вы были всегда рядом и видели, как это все исполняется. Мара, я тебе желаю больших успехов. Я хочу, чтобы ты поступил туда, куда ты хочешь поступить, получил ту профессию, которую ты хочешь, стал замечательным архитектором. И пусть у тебя будет вот все так, как ты хочешь. Удачи тебе. Спасибо большое. Охрана. Первое слово. Сейчас я хочу предоставить человеку, которая увидела в нем таланта, и сегодня не маленькая заслуга этого человека, что сегодня состоялась эта выставка. Лена Курмановна, вам слово. Хочется сказать, что сегодня событие поистине уникальное. И уникальность этого события заключается в том, что столь юный художник уже показывает нам свою такую масштабную персональную выставку. Работы поистине прекрасные. Здесь собраны работы за 4,5 года. Марат постоянно совершенствуется. И вы знаете, хочется сказать благодарность, слова благодарности тем людям, которые его постоянно поддерживают. И тем людям, которые дали возможность прекрасную, предоставили возможность провести эту персональную выставку в этих стенах. В первую очередь вам, Бориса Ибрагимовна, большое вам спасибо. Дело в том, что Марат очень талантливый, но он насколько талантлив, настолько он и скромен. А талант и скромность нужно поддерживать, понимаете? Без поддержки близких людей невозможно было бы это прекрасное мероприятие. Хочу пожелать ему дальнейших творческих успехов. Хочу гордиться им. Я знаю, что он станет обязательно самым достойным представителем своего народа. В нем есть все необходимые качества. Это и трудолюбие, и целеустремленность, и, как я уже подчеркнула, скромность. И главное для художника – это желание постоянно чему-то учиться новому, желание совершенствовать свое мастерство. И если вы внимательно посмотрите на этикетки, вы увидите, как растет художник за эти последние годы. И я знаю, что это не предел, потому что он очень любит учиться и учится с удовольствием. Он очень работоспособный парень. И я знаю, что рано или поздно мы будем все с вами гордиться им. А сегодня мы открываем это новое имя в искусстве Кабардино-Балкарии. Это Даванидзе Марат. Поздравляю! А сейчас я хочу предоставить человеку, которая тоже увидела первого учителя по живописи. Валентина Петровна, вы где? Она еще не подошла, сейчас будет. Подойдет, да? Ну, если будем ждать, вот именно человек, которая тоже немало вложила в то, чтобы сегодня художник состоялся. И... Может, из педагогов есть кто скажет? Танзеля, не хочешь? Тогда я хочу слово предоставить человеку. Валентина Петровна, вы как раз вовремя подошли. Пожалуйста, вам слово. Как человеку, которого поверили в него, первому учителю по живописи. Иди вперед, пожалуйста, Марат. Спасибо вам большое. Несколько слов скажете ребенку. Пожалуйста, вам слово. Это уже не ребенок, это почти состоявшийся художник. Он занимался со мной 4 года, поэтому вот такие успехи. Это, во-первых. Во-вторых, это не только моя заслуга, это его заслуга, это заслуга его родителей. Потому что они, это первое,
что они в него поверили. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам большое. Дорогие ребята, хочу обратиться к вам, прежде чем предоставить слово следующему человеку. В этом доме-храме дружбы ведутся разные конкурсы. Они ведутся на всех языках. На русском, на кабардинском, на болгарском, на английском. Был такой случай, когда стихи Кайсуна Кулиева дети читали на английском языке. Здесь были отдыхающие. Они подошли и сказали: а они что, сами для приехали? Нет, это наши дети. Это дети, которые здесь учатся дружить, говорить, познавать лучшее, что есть у нас в Кабардино Балкарии. Сегодня я считаю, что это праздник дружбы. Я благодарна всем народам Кабардино Балкарии. Когда было сложное время моему народу, они все его поддержали. Поддержали и помогли. Поэтому наша сила, ребятки, в единстве. У нас проходит очень много конкурсов. Принимайте участие. Когда-нибудь, Марат, ты ожидал, что твое участие в наших конкурсах приведет ко всему вот этому? Сегодня зашла человек, который отвечает за конкурсы, когда увидела стопку грамот, которые мы за этот год в режиме онлайна напечатали, она говорит: ты представляешь, а дальше что? Это только половина. Моя задача, ребят, создать вам уют, условия, чтобы вы общались вместе, говорили, дружили, и вот то, что делали наши предки, продолжили дальше. Вам жить дальше. Это дитё трех народов. Даже больше. Вот вам пример дружбы. Он является послом всех этих народов. И несет вот в своей крови, что вот давайте мы ему пожелаем далекого, легкого полета не будет, но удачного. Будут подъемы, спады, подъемы. Это жизнь. Что бы ни случилось, прожив жизнь, чтобы человек мог сказать: честь имею, а это дорого стоит. Я сейчас хочу слово предоставить родителям этого ребенка, которые вырастили такое чудо. Пожалуйста, вам слово. Марита, на балкарском пусть скажет. На балкарском, на русском, на кабардинском. Говорите на всех языках, все услышат, все знают. Спасибо вам большое всем. Дай Бог, чтобы у всех детей в жизни было хорошо, чтобы нашему народу, всем, кто живет в Кабардино-Балкарии, чтобы им было всем хорошо, чтобы они то, что видели наши предки, именно в этот день, отмечая в этот день, чтобы такого ни у кого не было больше, чтобы они жили, гордились своими детьми, чтобы у всех детей не было то, что они хотят сделать, желание, и чтобы они добивались своего. Спасибо вам большое. Это папа нашего героя. А, пожалуйста, вам слово. Если хотите, скажите на кабардинском, на балкарском, на каком хотите языке. Без разницы. Спасибо вам с самого начала, что вы... Ну, все начинается же здесь. Первоучительнице огромное спасибо. Всем учителям, одноклассникам, что и поверили, и вот сегодня пришли, поддерживают. Самое святое у каждой матери, у каждого человека – это ребенок. Чтобы каждая мать могла гордиться своим ребенком. Спасибо всем, что вы поддерживаете, что поверили. Наверное, после того, как вы начали его хвалить со всех сторон, что учителя говорят, что очень хороший, правильный такой, я сама даже поверила во все это и начала его по-другому смотреть. Спасибо всем. Я не знаю дальше, что сказать. Пожалуйста, папа на болгарском, мама на кабардинском. Пожелайте удачи всем, кто сегодня пришел сюда.
А Маратик этот закончик на аукционе. Былайда келіп сабины кеткен затларын көрейк деп кирап келген стояла ханым ол қиылып көрмегені көп жылдары әрмекке өрусларға көп келіп бара тұрып жалла қайтсын. Спасибо, Маратик. Два слова скажи всем. Спасибо всем учителям, вам за это проделано. Валентина Петровна, вам. Валентина Петровна. Яна Кульмановна. Виктория Вениаминовна. Марина Мародиновна. Вы первая учительница? Нет, сейчас вас руководитель. А первая учительница? Вот. Пожалуйста, первая учительница, выходите, вы так и дали первую. Хочу помолчить. Пожалуйста. И классная руководительница сюда. Да, поддержка. Давайте, скажите несколько слов. Очень приятно. Да, Маратика привела мамочка в первый класс. Я как сейчас это помню. Да, действительно скромный, способный мальчик. Я хочу пожелать ему, Марату, в дальнейшем, когда будет дольше падение, но всегда становится человеком с большой душой. Я тебе желаю. Пожалуйста, классный руководитель. Я как вас только очень хотела поздравить, Марату. Я всегда знала, что ты талантливый. Особенно талантливый, как скромный. Поэтому поздравляю, Марату. Я поздравляю родителей. Не раз он говорил о таком таланте, что это его будущее. Успехов! Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, дай Бог мира во всем мире. Дай Бог здоровья всем, кто пришел сегодня сюда. Здоровье будет, будет мир. Дети будут счастливы. И у детей будет, если мы их любим, мы им создадим все условия. Всем большое спасибо. Походите, посмотрите. Руками ничего не трогайте. Фотографироваться можно потихонечку, тихо, молча. Сегодня это здание ваше. Пожалуйста, добро пожаловать. Спасибо всем большое. Спасибо.
еркін жолда, әрі жолда, барыты Аллах нәсіп берсін. Нас. Ебаши скрион, все нету пойду на. Кадаран мойлюм буйру валенди. Жойма антюгананы крион, сен ала етсен бізі барымызға да сау болмаз жара. Калыр да калыр. Ол кеші сайлаған дөрізіні. Ол сабиде алықа крион. Жане терге қолымынан келікті мені. Жәшәуа буйруға маңы. Атам! 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 Сен шашқан еткенсі адам! Ұмыт деман, ұмыт. Ұмыт мен еттеген амал қалмадан құқару үшін иңан сен, ол сені сүйгір адам дүлді. Қолыңнан келді кеді, қолыңнан келді кеді жашауын сайларға, алай ол сайлаған әсіздіклер өлім. Ештәмісі адам! Алын өлдірге алып бұралы, жіберіме! Бұйыр қайда қатқа! Қалай қалып барында біледі, мен башқамадым жоқты. Жашыны сүйген құрыпта, аңын еткенттерде ғойала ет алмам. Заманыны созар бала. Алай етсем де кіші, оны ұшарғыншы, аңнан сұрла ғой. Дәмен сен жашың шайлады, атам. Насы бұл менен сиырып алмадық қала қоярсы? Балам, ғой балам, ғой, ғой, көлет балам, көлет. Ғой атам, ғой атам, ғой атам. Ол түйі сен насыпың, ол бізді барымызда сатқан, кесін асыпың, да мен ансыз қалай жашағы сұнаса, атам! Бұл сен әткенішке бойын салымы қалып сұнаса мені! Ансыз ашығы жашау күніңді! Сізді бұл қол қарамашыларыңыз бандырып сұнаса мені! Бұлыққа бой сұнмай мадар жоқты бізді қарбырызына. Жашау ұға бір сынау күн болады. Ер кіші болғанымызға сүйіну. Бүгін ол күн түсер күні. Жүрегі сұтыла, көздер жинай, алаңда тұрған. Жақ шпорт сөргенде ақыр күнімді, абай ол барысыда болшалғалай. Арбақтан аңнасы күн ұрып кеткелей, бары да жоқ болуқты, бары да жоқ болуқты. Бары да жоқ болды! Мені бұл күнге келді үшімі келе келді, атам! Әр кішім оғасы деп сен айтып!
Sen bekleyeceksin. Koyma beni dışarı kız hayata. Bu kız adamı canı koyma beni dışarı kız hayata. Koyma beni dışarı kız hayata. Arası gözüme. Elbette geç olsa da atanı bedine korkmayın. Buyurmayın Karagan. Oldu. Eksik olmamız şartı. Vay. Vay. Vay adam. Vay. Antigona. Thank you.
женщины с цветами уже по-другому. Они всегда такие. Ну что, спасибо огромное. И хочу предоставить сейчас слово нашей красавице Лизан Бульбулевой. Добрый день, дорогие друзья. Извините, что со шпаргалкой приходится упасть на халю. Извините. Рада приветствовать вас в Балкарском государственном драматическом театре имени Кайсына Кулиева, открытие которого долго ждали не только артисты, но и жители нашей любимой Кабардино-Балкарии. И вот, наконец, свершилось. Перед нами предстало такое здание, что я не видела многие... Я не выходила очень долго никуда. Я сегодня, когда увидела, я в таком... Современная техника, что позволит артистам работать с еще большим усердием, с удовольствием, увлеченно, эффективно, плечом к плечу, на благо общего дела, роста и процветания культуры наших народов. Эту радость подарили нам вы, уважаемый Казбек Валерьевич, ибо не будь с вашей стороны серьезного четкого отношения к столь затянувшейся проблеме с ремонтом, нам еще долго пришлось бы продолжать ждать этого дня. Примите слова благодарности и почитания за подаренный праздник. А то, что открытие театра было приурочено к знаменательному дню возрождения балкарского народа, вдвойне приятно. Низкий вам поклон за понимание и душевное благородство. Председателю правительства КПР Мусукову Али Тахировичу, а также нашему министру культуры Кумахову Мухатину Леонидовичу, внимательно следившими за продвижением строительных работ. Большое спасибо и тем, кто внес хотя бы малую талику вклада в благородное дело для ускорения сегодняшнего торжества. Верю, что нашу благословенную республику ждут новые удачи и победы. Аминь. В завершении хочу прочесть несколько строк из стихотворения одного Джангелина. Халлай халала ишлейки вдали Аллах, хулерлик полу тюшлери тюльмерига. Устабун полса, өлі, қолмары, көзлері, жүрегі де ішінде қалар, түшлері де сынаған қайғылары. Жарлы ұсталар, о, насқан ұсталар, дайым күн жарытып, ұста қолмары да, жашағаланы барына үлгі болар. Ұста ары, ұсталық қалмаз ары ұста, жарлы ұсталар, о, насыплы устала. Вы города и храмы возводили, а у самих бедняги мастера.
счастливцы, мастера. Пусть сердце и у вас не вечно бьется, но свет мотыги, молота, пера, свет мастерства навеки остается для меня и мастера. О, счастливцы, мастера! Праздником вас, двойным праздником, чтобы дети могли наши спокойно ходить в детские сады, в школы, учиться и продолжать дела своих деток. Спасибо вам огромное. Действительно, как президент сказал, новая техника. Техника эта осваивается, поэтому сегодня простим звукорежиссера за то, что микрофон вовремя не отработал. Дорогие друзья, я думаю, что вы захотите нам добрый сказать вам большое спасибо, низкий вам поклон за то, что вы на высоком уровне несете память о достойном сыне Валентина Балкария, о достойном сыне Балкарского народа, о достойном сыне нашего великого государства. Низкий вам поклон. Конечно же, сегодня с этой сцены хочется поздравить всех жителей Кабардино-Балкарской республики с праздником, Днем Возрождения Балкарского народа. Само слово «возрождение», оно включает в себя многое. Действительно, мы все помним историю. После тех трагических событий, которые произошли с братским народом, с балкарским народом, прошло время и восторжествовала справедливость. Была признана ошибка. Я хочу сказать, да, ничто не забывается. Да, мы будем всегда в памяти нести имена тех, кто не дожил до этих дней, кто погиб в те сложные, трагические времена. Но сегодня, в день, праздничный день возрождения балкарского народа, мы говорим о будущем Кабардино-Балкарии, о будущем народов, проживающих в Кабардино-Балкарии. И сегодня, конечно же, знаменательно, что в этот день раскрыли двери два замечательных института. Института, я говорю, это как театр имени Кайсына Кулиева и залы ансамбля «Балкария». Я уверен, что это станет достойным центром развития культуры народов Кабардино-Балкарии. И, конечно же, центром культуры балкарского народа. Хотел бы выразить искренние слова благодарности и тем ребятам, которые вложили душу в реконструкцию, в ремонт. Спасибо большое. Очень хочется, и мы знаем, что так и будет, что они еще много-много таких прекрасных объектов будут дарить республике. И обязательно хочу в этот день поздравить с открытием дверей и коллектив театра, и коллектив ансамбля «Балкария». Вы действительно через свое творчество дарите людям культуру, даете возможность проникнуться этой многогранной, глубокой культурой. Вы нас прославляете не только на сценах кабардино-балкарских театров, вы нас прославляете на мировых аренах, за что вам искреннее спасибо. Дорогие друзья, еще раз с прекрасными событиями, с этим замечательным праздником. Всем нам процветания, развития. Спасибо. Дорогие друзья, я займу еще несколько минут вашего внимания, чтобы вы не сомневались.
качестве звука. Да, хорошо, да.
Allah'a sattı, Allah'a şimdi çimine sağlıkla, eriyo, tap seyinirse, ne içeceğimiz varsa anca anca buradan var, Allah'a da gönlüyoruz var. Vallahi da küzgülerimiz, tap açıkta oturup soğuğu çeteşine turup Allah'a da açıkla var, bu kadar olurdu. Ondan sonra, kağıtla yolumuz olacak, bunda Respublika'da. Bulayın Respublika'da, bu da Allah'ın zallarını, bu da Allah'ın zallarını, bu da. Мабузол, Асия. Сейчас снимаем зал. Ха. Айрю тап, көресі қала айрю таптың мұлы ремонт өткендірі. Мабу бұзылғыз бар. Дағы да түбінде бірінші етарымызда түз бұлай зал бар, ол бізнеді. Ануа гитче сахна деп болу жұтта, ұлы зал гитче сахна алай етейді біз деп тұрамыз кесі бізге. 60-70 жерге. Адамы да уақыт керек заттарымыз қала тұрған олайда, но қалай бұл малы зал болды бізде. Аллах айтса. Мынау бірінші этаждады, бірінші. Қалайда ол буфет, сен кесін білесі ұжанында буфет болыпты. Аны білесі ол өмірі қартиятын бері керек та. Оғырлы болсын. Сау болыңыз. Еңіліктесе адам. Сау болыңыз. Sonra bulay kere geldiğinde bulay da. Bulay bulunuz daha çok kalorlar uzakta bulay. Göresizler var çok kolay olur. Mabudu zavalları. Malay da çarpmanı çarpmanı bulmuşuz. Malay da nasıl yapayım? Örgü tutacağım biz daha bir yer. Bir yer. Mabudu zavalı. Bulay da var. Yeni bulay da bir yer. Bu zavalı da Қайбері 2 метр алға қошқамыз. Кеңіне, тереңіне? Кеңіне немелет келдіз, кармалылат келді. Бері ба 2 метр қошқамыз. Мұнда енді купол жоқты, потом үліктегенде зданияды кесек демеяқты, қарысызырақ. Тоқта! Рая, рая! Пожалуйста! Сонра и накладной неме түгірек әлемінің күрік болды. Накладной ол сниматься дейді, салыңын дейді. Бізге керекті заманда саламыз керек болмаса, кетеріп қойамыз. Алайын.